звучать, будете удивлять ваших друзей-гитаристов. Ребята, всем большой привет! Добро пожаловать в хижину музыканта. Я снова рад вас видеть на своем разборе. Меня зовут Раи, и именно я сегодня вам помогу разучить новую песню Басты Сансара. Если готовы приступить, тогда поехали! Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо обраки. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. И голосами детей нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. И голосами детей нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. И эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарь. Меня и после меня будет тысячи меня, и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова вдребезги, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. И голосами детей нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ребята, хотите послушать классные каверы, нетипичные каверы под гитару на ютубе? Хочу поддержать канал группы Пальма. Ребята делают настоящие каверы. Сделали каверы уже на Скриптонита, ATL, Баста, Нагана, Буф и так далее. На всех известных современных артистов они уже сделали каверы и будут продолжать вас удивлять. Ссылка в описании, переходите. Сложных аккордов нет, поэтому эта песня очень ценная для новичков. Посмотрим аккорды. Первый аккорд С. Аккорд АМ. Аккорд ЕМ. Аккорд Д. Аккорд G. Вот эти аккорды нужно использовать, чтобы сыграть данную песню. Все очень просто, всем известны аккорды, если что, на картинке можно заметить, как это зажать или поставить на паузу видео, и все. В куплете аккорд С, А, М, Е, М мы используем. Бой вот такой вот, на аккорде С только посмотрим. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх.
вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Девяточка, кажется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Потому что девять ударов. На каждом аккорде этот бой проигрываем целиком. До куплета еще у нас есть вступление, где нужно сыграть три аккорда. Еще раз то же самое. Тут уже скрипка вступила. Перед началом куплета нужно быстренько сыграть аккорд D, то есть в конце аккорда ЕМ. За вторым разом вот играю. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Тот вниз можно делать даже не чисто по всем струнам по ЕМ, а по трем нижним, потому что это тоже ЕМ. Вверх, вниз, вверх. На D главное сделать последние три удара из нашего боя. Вверх, вниз, вверх, то есть вниз, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вообще этот удар вниз можно пропустить. И начинается куплет. Делаем от руки, делай от руки. Мир переверни, небо обойки. На ЕМ этот бой два раза нужно прогнать. Вот тут опять. То есть за вторым проходом мы еще разочек должны этот D сыграть и продолжить куплет. То есть еще раз сначала. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо обреки. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается с моим ученике. И доигрываем бой целиком. Каждый раз на ЕМ дольше всего сидим. Заметили, да, сыграли аккорд D и снова продолжаем куплет. Но в этот раз нужно на C еще сыграть вот такой вот аккорд, когда мы зажимаем еще ноту C на втором ладу пятый. Ты струны. Такой спуск происходит с C на АМ. То есть получается вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. И АМ. Как фишка. И снова ЕМ. И уже до конца куплета доигрываем три основных аккорда. То есть промежуточные аккорды это D и вот этот аккорд. Остальное все по стандарту. Каждый раз начинаем петь после того, как взяли аккорд С в основном. Но под конец куплета все-таки нужно будет начать петь на аккорде ЕМ до С. Сейчас все это увидите. А что петь в голосе? Нота ля, соль. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. И аккорд, говорю, нота Си. Четвертый лад, третьей струны. Нужно петь. Поехали. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо обреки. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас поздно спасать и поздно лечить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы.
То есть в конце они сказали, нужно петь уже на аккорде Е-М. Первый раз прошли за вторым. Они сказали... Где-то вверх-вниз, вверх в конце нашего боя уже начинаем петь. Они сказали... Вверх-вниз, вверх. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. И переходим на аккорд АМ после того, как посетили на М. Дальше, естественно, начинается припев. Аккорды АМ, С, G, D. Аккорд АМ, С, ЕМ, G. В таком порядке нужно спеть. Пробуем. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. В конце аккорда D еще добавляем ноту соль вот здесь. Это получается аккорд D sus 2 или 4, не помню. Таким образом звучит припев. А что петь в голосе? Тут опять-таки те же ноты, что и в куплете. Не особо там много чем отличается это все. Ну, в простоте и красота. Нота ля, соль, открытая на третьей струне, да? Си, 4 лад. И нота ми. Четвертая струна, второй лад. Начинаем с ми и на ля прыгаем. Когда меня не станет, когда меня не станет, я буду петь голосами. Потом за вторым разом соль, ля, 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 си, ля, соль. Потом в конце моих детей, си, ля. И голосами детей. Начинаем с ми. И приходим снова к ми. То есть ми, ля, 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 си, ля, соль, ми. Опять си, си, ля, ля. Дальше то же самое. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама. То есть си-си-си, ля-ля. Ля, соль-соль. Те же ноты. И начинается второй куплет. Его нужно чуть-чуть более активно играть боем. Между всеми ударами, которые я показал, еще нужно непрерывные удары вниз-вверх-вниз-вверх играть. То есть эти же акценты сохраняем с нашего боя, но еще добавляем удары вверх и вниз. Если удар вниз, то следующим будет вверх, соответственно. Если удар вверх, то вниз. То есть... Вот так выглядит. То есть вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть те же акценты нужно играть, но не прекращая движение. Это легко вот так должно быть. Представьте, что вы вот туда-сюда кистью играетесь. Вот непрерывно, да? А теперь попробуйте сделать акценты. То есть вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Акценты показал главные вот эти, а в основном все непрерывно. Очень интересное упражнение, попробуйте. Поем второй куплет таким же образом, этим боем. Более активно. Вокал вступает чуть позже. Нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Thank you.
это небо вместо сцены. Здесь все вверх ногами, и эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарь. Тысячи меня до меня, и после меня будет тысячи меня, и в тысячах не меня, тысячи меня. В общем, второй куплет звучит таким образом. Зачем остановился, хочу сказать, что вокал везде вступает здесь чуть позже. В отличие от вот третьей строчки, когда нужно сказать тысячи прямо в удар. Тысячи меня до меня, и после меня будет. А вот вторая строчка, это небо вместо сцены, вступает чуть позже, после того, как сделали первый удар. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами, и эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарь. Продолжаем. Тысячи меня до меня, и после меня будет тысячи меня, и в тысячах не меня, тысячи меня. Вот здесь тоже позже. И мы снова вдребезги. Позже. И мы снова вдребезги, и нас не починить. То есть после первого удара. И мы снова вдребезги, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не... И концовку песни в нашем кавере мы решили закончить очень эффектно перкуссионной гитарой, то есть приемами ударов, помимо игры в левой руке. Аккорды остаются такими же, как в припеве. Другие люди будут играть у вас соло, а вы должны играть ритм. Что нужно делать? Аккорды такие же, не будем смотреть. А в правой руке нужно использовать прием тамбуру, когда мы бьем ребром большого пальца по струнам. Щелкаем точнее и убираем сразу, чтобы не глушить. Желательно по басовым, но можно по всем, будет круче звучать. И безымянным пальцем шлепаем по верхней деке нашей гитары. Частенько использую в песнях, но редко вам показывал этот прием. По сути, перкуссионная гитара. Ритм какой? То есть бам, бам, бам. С паузами, конечно же. Дальше уже сами импровизируйте и на аккорде D, и на других делайте сбивки по типу. Вот так будет звучать, будете удивлять ваших друзей-гитаристов. Пробуйте, ребята, ничего сложного. Ребята, к сожалению, наш разбор подошел к концу. Я очень вас благодарю за то, что вы посмотрели именно мой разбор. Благодарим вам премного за то, что вы учитесь играть у меня, осваиваете гитару, осваиваете вокал. Вы помогаете мне пройти путь к звездам, а я помогаю вам осваивать новые песни. Делюсь своим опытом и своими впечатлениями на прохождение этого пути. Ребята, спасибо еще раз вам за то, что вы есть. Не забывайте подписываться на Хижину Музыканта и в комментариях оставлять новые заявки на новые видео. И все у вас будет very good. Всем пока!